Еще 20 человек оплатят штрафы, одному назначен штраф с конфискацией имущества. В отношении троих предупреждение за нарушение режима въезда и выезда на карантинную территорию. Еще 6 административных дел находятся на рассмотрении в судах. Судебными и правоохранительными органами предприняты ряд мер по обеспечению законности, правопорядка, борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения. На особый контроль взята работа по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений будут жестко пресекаться, авторов выявлять и наказывать. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в деятельность судов. В связи с этим гражданам следует отложить обращение в суд, чтобы избежать лишних контактов. Судебные процессы, не терпящие отлагательства, проводятся дистанционно с применением электронных технологий. Техническая обеспеченность стопроцентная. Мадина Смагулова, Абайтулиген, Кукшиакпарат.